Добрый день, приветствуем вас на канале интернет-магазина «Энергомаг». Меня зовут Александр. Я предлагаю новое видео на тему, как определить, не подключился ли кто-либо из соседей к вашему счетчику. Уже первое видео, которое по ссылке в описании я снимал на эту же тему, и в ответ на вопрос, который был задан одним из пользователей, как определить, если сосед подключился на автомат, я подготовил данное видео. Вот сейчас вы видите классический этажный щит, и мигание светодиода на счетчике говорит о том, что идет потребление. Мой счетчик более современный. Здесь можно нагрузку посмотреть и определить вот путем нажатия на кнопку. Разные параметры. Вот потребление 100-300 в ваттах моей квартиры. Можно более удобно на моем счетчике, но если у вас счетчик обычный, вот вы видите мигание светодиода, на моем счетчике тоже мигание светодиода говорит о том, что идет потребление. Ну а теперь давайте перейдем к методике определения. Для того, чтобы по данной методике определить, подключился кто-то из соседей или нет, не нужно быть электриком, нужно просто отключить все потребители из розетки, какие у вас есть, выключить свет. Вот я отключил аквариум. И вернуться к счетчику и посмотреть, что произошло на нем. После отключения потребителей текущее потребление 0. Светодиод, вот вы видите, просто светится, не моргает. Слева квартира продолжается потребление, то есть по миганию светодиоду можно просто, если останется какое-то потребление после отключения всех ваших потребителей, это светодиод будет моргать, говорить о том, что есть какое-то еще подключение, либо счетчик неисправен. Вы можете пригласить представителя энергоснабжающей компании и сказать, что вот я все отключил в квартире, а потребление продолжается. Ваш счетчик либо на поверку сдадут, либо найдут это внешнее подключение. Ну, вот такое видео. Если видео понравилось, ставьте лайки. Если еще не подписаны, рекомендую вам подписаться на наш канал. Мы регулярно предлагаем видео на тему энергоснабжения, электроснабжения, электромонтажные работы. Всего хорошего!